Дети. Часть первая. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку. В Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. Жад, да, да, вот так его, да, да, так его, так. Да, да, жадный. Да, да, да. И крокодил. Все, все, давай, а то и сейчас. Дальше. И папочка, и мамочка по деревам сидят, и папочка, и мамочка детям говорят: Африка ужасна. Да, да, да. Африка опасна, да, да, да. Не ходите в Африку, дети, никогда. Но папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку бегом. В Африку, в Африку, в Африку. Вдоль по Африке гуляют, фиги финики срывают. Ну и Африка, вот так Африка. Оседлали носорога, покатались и немного. Ну и Африка, вот так Африка. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка, вот так Африка, видишь, они на носороге. Выходила к ним горилла, им горилла, говорила. Говорила им горилла, приговаривала. Вон акула-каракула распахнула злую пасть. Вы к акуле-каракуле не хотите ли попасть прямо в пасть? Нам акула-каракула нипочем, нипочем, обезьяна. Мы акулу-каракулу кирпичом, кирпичом. Мы акулу-каракулу, акула, кулаком, детей. Кулаком, детей. Мы акулу-каракулу каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. По делам тебе, акула, по делам. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам и громко и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Ну и брюхо, что за брюхо замечательное? Не стерпел такой обиды бегемот. Убежал за пирамиды и ревет. Бармалея, Бармалея громким голосом зовет. Бармалей, 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 выходи, Бармалей, поскорей. Этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей. Видишь, а тот Бармалей-то он же, да, такой вот. Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких детей. Да, очень маленьких детей. Да, он такой вот, да, вот видишь. Он страшными глазами сверкает детей, вот этих, да. Сверкает. Он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает, он страшное слово кричит: «Карабас, Карабас, пообедуй сейчас!» Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют. «Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорее к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем, и по Африке гулять навсегда забудем». Милый, милый людоед, смилуйся над нами. Это доктор Айболит, да. Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями. Но ответил людоед: нет. И сказала Таня Ваня: посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит. Айболит детей спешит спасать скорее от Бармалея. Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает и злодею Бармалея, улыбаясь, говорит: ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей, да. Бобо. Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает, и горит, и кричит Айболит: Айболит, Айболит, Айболит. А бедные дети под пальмой лежат,
на Бармалея глядят и плачут, и плачут, и плачут. Видишь, это они слезинки у них льются, там слезы. Но вот из Данила горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей. Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил. И злодея Бармалея словно муху проглотил. Муха. Муха, а вот она летает, это пчела, не надо ее, а бог с ним, она летает, ничего не будет. Вот Кортес бы давно бы уже самое здесь орал бы, самое, не надо ее, она тебя укусит. Рада, детвора, заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил, ты в добрый час увидел нас, о, добрый крокодил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло, и в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей. Да, да, Бобо. О, я буду добрей, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня. О, я буду добрей. Видишь, он же тоже человек, Бармалей-то. Перевоспитывать его надо просто, и все. А пожалели дети Бармалея, крокодилу дети говорят: если он и правду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собой Бармалея, увезем в далекий Ленинград. Ленинград. Крокодил головою кивает, широкую пасть разевает. И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей. А лицо у Бармалея и добрее, и милей. Как я рад, что поеду в Ленинград. Пляшет Бармалей, Бармалей, Бармалей. Буду я добрей, да добрей, да добрей. Напеку я для детей пирогов и кренделей. По базарам буду я гулять, буду даром пироги я раздавать. Кренделями, калачами ребятишек угощать. Видишь, он какой, оказывается, веселый парень Бармалей. Он нормальный, все у него хорошо. Оказывается, никаких проблем нет. Вот. А для Ванечки и для Танечки будут у меня мятные прянички. Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный. Приходите, получите, ни копейки не платите, потому что Бармалей любит маленьких детей, да. Любит маленьких. Тигр. Да, тигр. Любит маленьких детей. Детей. Вот. Все. Стоп.